Привет, моя хорошая. Хочу сегодня засолить помидоры. Вот такой вот сорт я сажала. Надеюсь, видно. Вот. Они были, ну, как бы ранние такие, не пасынкующиеся, ничего. Вот такой вот формы должны быть. Ну, они, конечно, не совсем такие, как хотелось бы. Они вот обычные. Вот это одна правильно, вот похожа, вот форма у нее. Ну, в общем, вот, видите, в принципе, ну, таких несколько штук попадалось, но не все. Ну, и здесь другие есть немножко красные помидоры с других кустиков. Вот, в основном они все круглые, оранжевые. Сами по себе, что хочу сказать, эти помидорки, они вкусные. Ну, как-то они, вот знаете, на кисте там до 6, 7, 8, что ли, штук их висят. Я уж показывала вроде бы. Ну и ну, не особо, как бы я скажу. Вот. Так они сладкие. Сочные, сладкие. Ну и все. Ну, как обычные. Сказать больше ничего не могу. Ничего особенного. Ну, не знаю, наверное, я на будущий год уже и сажать их больше не буду. Толку от того, что вот еще одна такая сосулечкой попалась. Вот еще одна. Ну, а эти вот эти розовые ровненькие все. Не все они вот с такими сосульками. Вот. Ну, и сейчас помыла все, банки простерилизовала, приготовила их. Хочу посолить. Самым простым способом. Здесь вот приготовила чеснок, перец. Листики, лавровый листик приготовила и сухой укроп. У меня в этом году вообще укропа нету. Вот чуть-чуть вот сорвешь веточку, где-то найдешь и все. Дождей нету, сажала очень много, а дождей нету. И так ничего и не взошло, и не выросло больше. С прошлого года, видимо, вот эти вот, что попадало, еще как-то более-менее... Простите. Растут. А так буду ложить сухой укроп. Ну, а что делать, да? Вот это вот мое черри. Вот оно, которое я сажала. Они дубовые. Вот когда эти импортные помидоры в магазинах продают, вот они точно такие же. Вот на вкус. И разрезаешь, когда его... И сладкие вроде бы все. Но деревянные такие. Не хочу, я их больше сажать не буду. Ой, да что ж такое. Испытывать судьбу. Что я буду сажать? Сейчас я стараюсь. Нет, я вам лучше тогда другой раз покажу, какой сорт помидора я буду сажать. Я это от снохи привозила. И из всех сортов, ну, что я сажала, я выбрала один единственный. Тот розовый сорт такой, мясистые. Сладкий очень, я его оставлю на семена. Помидорка просто у меня там далековато лежит. Я вчера еще съела одну оставила на семена. И до этого одну съела, попробовала. Думаю, выбирала варианты все. Ну, в общем, как-то так. Ну, все, что я хотела сказать вот по поводу этого вот сорта. Не очень. Ну, как бы видите вот сами. И мелкие. Ну, может быть, они в земле, в открытом грунте у кого-то, может, они вырастут чуть побольше, получше, чем у меня. У меня же в ведрах, во всех чеплашках они были. И поэтому как бы... А вот это вот тоже, по-моему... Нет. Вот, нет. Вот эта вот помидорка тоже от снохи. Ну, вот видите, она не очень такая... Тоже мелкая получилась. И не очень... Ну, как бы сказать, не такая, как я там у нее ела. Вот оставила только розовая. Она более розовая, более красная, как непонятно. Ну, вкусная очень. Я их оставлю. Раз они у меня растут, болезнями не повреждаются, а вот эти вот повреждаются. Поэтому я не буду больше испытывать. Так, ну все, вроде бы, что хотела сказать. На этом, наверное, я закончу. Своей маленькой такой, как бы... Рассказ. Показывать все подробности, как я солю помидоры, я тоже не буду.
У меня на домашних вкусняшках там есть, можете заходить и смотреть, простые рецепты, вообще безо всякой зелени, просто лавровый лист, укроп и все, что, по-моему, все там. Ну, чеснок еще, если. Так что можно, кому интересно, зайти и посмотреть. Ссылочки на канал у меня есть под видео. Кто не знает, они есть и в правом углу на канале. Так что заходите, смотрите. Всем пока и до новых встреч!